Buffalo TerraStation 5400 – сетевой накопитель для малого и среднего бизнеса. Он обеспечивает высокую производительность и надежное хранение данных в RAID-массиве из 4 дисков. Модель 5400 позволяет организовать сетевое хранилище общим объемом дисков 4, 8, 12 или 16 терабайт. Благодаря горячей замене TerraStation автоматически отключает отказавший диск, что позволяет безопасно извлечь и заменить его без перерыва в работе и без потери данных. Новое семейство TerraStation 5000 серии оснащено самым современным двухъядерным процессором Intel Atom D2550 с частотой 1,86 ГГц. Также установлено 2 ГБ оперативной памяти DDR3. Это обеспечивает ускоренную передачу больших файлов и более быстрый доступ к файлам с нескольких компьютеров. А высокая энергоэффективность позволяет сэкономить энергию и обойтись пассивным радиатором. Вся начинка обдувается большим бесшумным низкооборотистым вентилятором. На задней стороне устройства имеется порт Gigabit Ethernet для быстрой локальной сети, второй разъем для репликации. Есть USB 2.0 и USB 3.0 разъемы для подключения внешних накопителей и быстрой перекачки данных. Имеется компорт для подключения источника бесперебойного питания. Утилита Buffalo NAS Navigator сама находит TerraStation в локальной сети. По правой кнопке можно сразу же увидеть общие папки и принтеры. А выбрав веб-установки, попадаем в абсолютно новый графический пользовательский интерфейс. Обратите внимание на полную русификацию. Веб-интерфейс позволяет изменить конфигурацию RAID-массива. Синим цветом обозначены включенные службы. Есть и поддержка облачных хранилищ. Для бизнеса есть запись потокового видео с IP-камер наблюдения прямо на TerraStation. Также есть настройки безопасности, позволяющие разграничить доступ пользователей и рабочих групп. В комплекте идет лицензия Nova Backup Business Essentials для резервного копирования 10 компьютеров сети. Для каждого пункта меню можно вывести контекстную справку. Можно получить информацию о системе и удаленно управлять питанием. Сетевой накопитель Buffalo TerraStation 5400 будет интересен организациям и малому бизнесу для хранения данных, резервного копирования и организации видеонаблюдения.